На чем ездит Быков из интернов, рассказываем про все тачки Ивана Охлобыстина. Автомобильный стаж актер начал на знаменитой копейке ВАЗ-2101. По словам Ивана, автомобиль он приобрел где-то за $1500, потратив на покупку практически весь свой гонорар от фильма «Урод». Вторым автомобилем Ивана Охлобыстина стал не менее знаменитый среди наших сограждан москвич 2141. Поездил на этой машине знаменитый актер, впрочем, совсем недолго. Долгое время актер мечтал о роскошном автомобиле Honda Legenda. Звезде в этой машине нравится буквально все. В конечном итоге актер заполучил автомобиль, однако очень скоро продал. Причиной тому стало появление детей и необходимость купить большой семейный автомобиль. Кстати, найти и пробить тачки всех звезд можно в телеграм-боте «Глаз Бога», ссылка в шапке канала. В итоге актер приобрел сразу два автомобиля для семьи. Первым стал 8-местный автобус Hyundai Starex. Для других поездок артист приобрел добротный кроссовер Honda Pilot. Как вам автопарк? Пишите в комментах.